Всех приветствую, друзья, на канале Охотник на века. Сегодня я вам хочу рассказать о моем новом бинокле. Как говорится, хорошей оптики много не бывает. Вот, это модель SV-Boni SV-47. Так, вот смотрим SV-Boni. Модель SV-47. Цвет черный. И смотрим... кратность 10 на 42. Ну, сейчас давайте распакуем, посмотрим, что внутри. Давайте посмотрим. Вот такой вот чехол, в нем находится бинокль. Вот у нас есть темляк для переноски и тряпочка для протирки, и еще в комплекте входит инструкция. Такая вот инструкция. Также видно, что присутствует русский язык. Вот здесь все описано подробно. О бинокле. Кому интересно, можно перейти и посмотреть. Так, смотрим, в этом комплекте чехол для переноски имеет вот такие вот проушины для темляка. Вот он сам темлячок. Цепляется такими вот клипсами. Защелкивается. Клипсы тугие, хорошие, крепкие, пластиковые. Раз. И можно этот бинокль повесить на шею, да? Вот здесь снять вот эту вот резинку и повесить на шею. И также в комплекте идет дополнительный темляк для переноски. Уже непосредственно крепится к самому биноклю. Вот такой вот прочный. Ну, в нем видно, что нету, да, как более дорогих, не прорезиненный, не тянется, да. И нету, также видим, нет здесь названия бренда. Этот бинокль более бюджетный. Бинокль находится в пакетике. Так, вот смотрим, вот так вот выглядит бинокль. Так же, как и у всех моделей SV-Boni, имеются вот такие вот колпачки защиты объектива. И вот такие вот съемные. Но эти тоже можно снять, брать пока в сторонку, чтобы не мешало. Смотрим, этот бинокль у нас 10 на 42, также имеет влагу и пылезащиту IP67, но здесь видим, что у нас линзы HD, здесь линзы стоят BAC4, а более дорогих SV202, там уже у них линзы идут с высоким просветлением, это стекла ЕД. Так, барабан у нас выполнен, смотрим, из металла, плавно, плавный ход. Также присутствуют надглазники, имеет два положения, так же как и в SV202. Первое положение — это мы смотрим с очками, и два положения для просмотра без очков. Линзы, как я уже говорил, 42 миллиметра, вот таким тоже зеленым оттенком. Бинокль выполнен из авиационного алюминия, прорезиненный, в руках лежит удобно, не скользит. И также видим, здесь есть кольцо диоптрия, как и у всех моделей SV-Boni. Можно подстроить под любое зрение, да. Вот такой вот бинокль мне пришел. Кому интересно, все ссылочки оставлю. И сейчас мы с вами протестим, как он будет показывать. Будем мы снимать, как он будет показывать через телефон. Ну, сейчас смотрим, переходим к тестам.
Давайте сейчас посмотрим, как показывает бинокль СВ-47. Буду снимать через телефон. У него такое приспособление есть. Тоже от компании СВ-Бонни. Так, где? Так, вот, смотрим. Утки плавают. Ветер, конечно, сильный. Вот так вот показывает бинокль через телефон. Давайте попробуем приблизить. Тряска, конечно, присутствует, но видно, что уточки плавают. Здесь примерно расстояние метров 200, наверное, до вот этих уток. Это у нас лысухи, по всей видимости. Чомки, лысухи здесь обычно плавают. И вот еще две. Вот так вот показывает бинокль СВ-47. Ну, кому понравился данный бинокль, переходим по ссылочке под видео и в комментарии, заказываем бинокль. Бинокль подходит для наблюдения за птицами, для охоты, так что переходим, заказываем. Всем пока, до новых встреч, подписывайся на канал.